Всем привет, ребятки! А вот я, Зайка Вера, и сегодня мы будем с вами лепить оранжевого монстра из радужных друзей. Да, давайте скорее смотреть. Не забудь поставить лайк. Подготовим все необходимое и начнем творить, вытворять. Для начала нам нужно вот к такому вот туловищу, да? Прикрепить ручки до ножки. Ножки у нас вот такой вот жгутик. Посерединке сделаем вмятинку, да? Чтоб нам наши ножки можно было хорошенечко и удобненько прикрепить. Конечно же, с помощью пальчиков наших помощничков мы эти ножки закрепляем, затем мы их вот так развернем, да, и соединим также с этой стороны. Вот так вот у нас получилось, ножки на месте. Теперь то же самое нам нужно проделать с ручками. Определяем, где у нас середина. Хорошенечко надавим пальчиком. И вот тут ушки, вот туда, да, также аккуратно пальчиками все закрепляем. Итак, замечательные руки тоже на месте. И сейчас самое интересное, нам надо к нашей конструкции приделать лапы. Для начала, конечно же, с помощью стека поделить вот так вот на три таких пальца и каждый пальчик вот так вот пальчиками, да, повытягивать, сделать их более острыми, вытянутыми. Вот так. Чем-то цветочек напоминает. И такие лапки. И затем мы вот так вот аккуратненько закрепим на ручке. Итак, ребятки, все лапы нашего монстра на месте. Теперь нам надо ему собрать голову. Голова у нас из двух частей. Верхняя чуть побольше и нижняя чуть поменьше. Сначала нам нужно переделать зубы. Мы берем тонкий жгутик, закрепим его, лишнее удалим. И также сделаем с другой частью. Ну вот, все замечательно получилось. Теперь нам с помощью стека нужно сделать вот такие вот нажимы, и у нас получится зубы. Отлично. Повторим. Снова. Чудно. Теперь наши две детальки мы хорошенечко соединим в наш зубатый рот. Отлично. Теперь возьмем пару оранжевых шариков. Это места, где у нас крепятся наши глазки. С помощью стека мы делаем такие углубления, да, чтобы нам проще было наши глазки установить. Теперь возьмем шарики белого цвета,
немножечко вытянем в такую деталь, напоминающую тик-так, да? И второй тик-так. Опа! И вот это глазки. Чего-то не хватает. Правильно, черного зрачка. Все лишнее мы убираем. Ну что, осталось наш чудо-юдо прикрепить. В итоге у меня получился вот такой вот замечательный монстр, который вот-вот нас хватит.